Всем большой привет! Всем хорошего настроения, хороших выходных. Я бегу на работу. Спасибо, что нашли для меня время. Сегодня тепло, хорошо. Очень хорошо. Тепло, ветра нет. Так я люблю. Снега нет, ветра нет. Все замечательно. Бегу на работу. Ну все, бегу на работу по морозцу. Сегодня выходные, суббота. Кто-то отдыхает, а кто-то бежит на работу. Ну все, пришла. Увидимся. Вышла покурить. А здесь наша Марыся. Толстая свинюшка лежит. Живет уже, наверное, лет 6 тут с нами. Мы ее кормим. Там за углом у ней домик. Ой, что только с ней не было. И током била, и горела, и собака грызла. Живучая. Да? Ты живучая? Живучая. Сейчас... дай мордашку сниму. Ой, какая мордашка. Красавица, красавица. Грязная только, да? Грязная только. Красиво. Помешала спать тебе, да? Обожралась и лежит. Семги наелась. Она у нас крутая. С барского стола. Да? Марыся. Марыся, покажи свою мордашку. Ай, красавица. Очень красивая кошка. Так, это мое рабочее место. Сейчас я вам покажу, немного расскажу. Здесь раньше прям в зале делали пиццы, но уже все замуровали. Это кафе-бар при гостинице. Кормлю гостей, приходящих, голодающих, короче. Я здесь и администратор, и бармен. Еще 5 пунктов широкого профиля, одним словом. Вот такие окна. Как говорится, замуровали демоны. Света белого не видно. Наша рабочая новогодняя елка. Кстати, завтра 13 января. Старый Новый год. Я всех поздравляю с наступающим праздником. Народу сегодня почти нет. Тихо и спокойно. И я... смотрю киношку. И сейчас буду пить чай. Все, сажусь пить чай. Чай я пью с лимоном. Обожаю лимон. И конфеты. Птичка. Ананасовые. Мишка косолапый. Красная шапочка. Красный мак и туфелечки. Я сладкоежка. Приятного мне аппетита. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.